Добро пожаловать, трейдеры. Хочу вам еще раз напомнить, что мы продлили сроки нашего конкурса «Я люблю экстрим». У вас есть возможность проявить себя. Пока что у нас складывается такое впечатление, что у нашего форекс-сообщества больше смелых женщин, чем мужчин. Как мы видим, наши участницы бесстрашные. Так что, парни, давайте вперед. Покажите нам, насколько экстремальным было ваше лето. Но если у вас не было такой возможности, не страшно, впереди выходные. И я думаю, самое время проявить себя и заняться чем-то экстремальным. Дорогие наши леди, участницы конкурса «Мисс Дукоскопи», хочу вам также напомнить, не забывайте выполнять все наши задания. Не упускайте свой шанс заработать больше баллов и выиграть титул «Мисс Дукоскопи» в этом году. Ну а теперь давайте поговорим о нашем конкурсе статья. В этом месяце на первом месте находится наш трейдер под никнеймом Лайкерти. Он написал статью под названием «Следовать ценовому движению. Часть 4. Последовательность». В своей статье он говорит о том, что руководствуется обычными инструментами. Он использует пошаговое применение линии Фибоначчи. Я думаю, эта статья может стать полезной для всех трейдеров. Вы должны обязательно ее прочитать. На втором месте наш второй участник Эдриан WS. Он добавил к своей коллекции еще одну очередную интересную статью, которая посвящена мировой макроторговле. На третьем месте наш участник с никнеймом Илалар. Он написал статью с названием «Что ждет на единую валюту в будущем». Он рассказывает о том, какие мировые макрофакторы могут повлиять на валютный курс евро. Если вам интересно, какими будут главные драйверы европейской валюты, я думаю, эта статья вас заинтересует. Применив эту информацию, вы, конечно же, не сразу можете получить прибыль. Не забывайте, что важно терпение. Что же, трейдер, на сегодня все. Мы увидимся с вами на следующей неделе. Помните, осталось только пару торговых дней в этом месяце. Будьте внимательны. А также не забывайте твитить нашу страничку в Твиттере. До скорой встречи!